Приветствую зрителей моего канала. Сегодня готовлю пасхальный пирог. Мне понадобится 1/2 кг белого шоколада, ломаем на небольшие кусочки, перекладываем в сотейник и растапливаем его на водяной бане, постоянно помешивая лопаткой. К растопленному шоколаду добавляем маскарпоне, тщательно перемешиваем. Должна получиться однородная масса. Оставляем массу в сторону, чтобы она остыла до комнатной температуры. Отделяем белки от желтков. Чашу с белками убираем в холодильник. В остывшую шоколадно-сырную массу вводим желтки, хорошо перемешиваем, но не взбиваем слишком сильно, иначе нарушится процесс приготовления. Холодные белки взбиваем до жестких пиков. В шоколадно-сырно-яичную смесь добавляем 1/4 часть взбитых белков. Перемешиваем, чтобы белки не опали, затем добавляем оставшиеся белки и аккуратно перемешиваем. Берем форму, выкладываем вниз пергаментную бумагу, по бокам сделаем пергаментный бортик. Саму форму обернуть фольгой. Подготавливаем водяную баню для пасхального пирога. В противень наливаем теплую воду. В центр противня ставим форму с пирогом. Разогреваем духовку до 140 градусов и выпекаем его 30 минут при этой температуре. Следующие 30 минут выпекаем при 150 градусах еще 30 минут. Когда пройдет время, вынимаем и дадим полностью остыть. Далее украшаем. Пасхальный пирог получился мягкий, влажный и очень вкусный. Рецепт рекомендую. Если вам понравилось это видео, оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом рецепте. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Приятного аппетита!